Дорогие друзья, я с радостью и гордостью сообщаю вам прекрасную новость. Мы наконец-то отсняли онлайн-курс по египетскому диалекту. Мой любимый египетский диалект, который я более 10 лет преподаю в своей школе в Шарм-эль-Шейхе. И через мои учительские руки прошли сотни студентов. Каждый учебный год у нас порядка 200-300 студентов на курсах. И все места у нас заняты и забронированы заранее. И в связи с этим я в один прекрасный момент поняла, что нужно создать онлайн-курс и расширить аудиторию, поскольку мне звонили люди из Каира, мне звонили люди из разных областей России и других стран и просили меня: «Лена, научи, преподаешь ли ты по скайпу?» и так далее. И меня это вдохновило, и я решила создать онлайн-курс, то есть курс, который будет доступен всем и каждому, не выходя из дома, прямо у вас на диване вы можете изучить мой любимый египетский диалект. Почему так долго мы создавали этот курс? Дело в том, что работа была огромной. Я даже сама не ожидала, что съемки онлайн-курса занимают такое количество времени и энергии. Одних презентаций у нас порядка 300-350 листов. Это одни презентации к курсу. Дальше идут онлайн-словари, дальше идут таблицы и схемы. И сами уроки, они настолько сжатые и настолько информативные, что я сама, как учитель, удивилась тому, что в живом общении на живых курсах у меня на подачу информации уходит 13 часов. 13 часов египетского диалекта. То, что я записала, то, что вы сейчас получите возможность увидеть в записи, тот же самый объем информации. Он ужался настолько, что это заняло всего лишь 7 часов. Почему? Потому что я ни на что не отвлекаюсь, я четко формулирую мысль, мы обрезаем все лишнее, мы очень много работали над тем, чтобы именно сжать курс. Для чего? Для того, чтобы всего лишь 7 часов, и за 7 часов вся база египетского диалекта у вас в кармане. Это длинная долгая работа, длинный долгий путь по ужатию информации. И в эти 7 часов укладывается вся квинтэссенция египетского диалекта. То есть я сама не ожидала этого результата. Я не ожидала того, что за такой короткий срок можно дать людям все основы, весь необходимый инструментарий для того, чтобы ты раз и начал говорить. Удивительно, но это так. То есть я сама, как учитель, учусь в жизни, учусь иногда сама у себя, потому что когда ты делаешь новый формат, ты открываешь для себя массу новых возможностей. И я вам скажу, что, конечно же, меня вдохновило на создание этого курса то, что онлайн-обучение – это формат будущего. Забудьте про парты, забудьте про доску и училку у доски, потому что это формат 20 века. 21 век – это век телефонов, век девайсов, которые с вами, и век учителя, который с вами присутствует в любой точке мира, в любое время дня и ночи. Это была моя задача. То есть онлайн-курс построен таким образом, что вы не просто получаете доступ к видеоурокам, то есть не просто вы остаетесь один на один с неким сжатым и прекрасным материалом, вы получаете доступ лично ко мне как к учителю. То есть я, как живой учитель, веду вас сквозь курс, я проверяю ваши домашки, я отвечаю на ваши вопросы, я за вами слежу, вас корректирую и так далее. По любому средству связи. WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, все, что желаете, да, то есть мы с вами связываемся, вы мне задаете вопросы и получаете живые реальные ответы в реальном живом режиме. И мы с вами вместе, и мы с вами территориально не зависим друг от друга. И мы создаем
некое пространство, которое всегда с нами. Вот в чем принцип обучения в 21 веке. Да? То есть мы преодолеваем расстояние, время, и мы сокращаем и делаем более эффективным то, что раньше занимало там годы, бесконечные годы. Вот, поэтому я вообще на самом деле очень довольна результатами нашей работы. И представляю вам курс по египетскому диалекту. Вы можете познакомиться с программой курса, вы также можете увидеть первый урок бесплатно. Смотрите, решайте для себя, звоните нам, спрашивайте, задавайте вопросы. Мы отвечаем на все ваши вопросы и рассказываем вам подробно, как приобрести курс и все дальнейшие шаги. Мы все вам расскажем во всех подробностях. Мы открыты и ждем вас в нашей онлайн-школе. И я, Елена Клевцова, ваш живой учитель. Надеюсь, что мы скоро с вами встретимся на курсах. Пока!